Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Владимир Пиготский, Лола. Прошу любить и жаловать. А вы не можете мне чуть-чуть о себе рассказать? Я обычный рабочий, я обычный шахтер. Вы знаете, что это? Здесь тоже шахта. Здесь так же копают, и здесь-то так же страшно бывает. Я это уже понял. Что вы сегодня споете нам? Я сегодня хочу вам спеть песню «Как жаль» из репертуара Сергея Пенкина. Исполните нам, пожалуйста, ее. Нет, подождите, я еще не готов. Поскольку сегодняшний этап наш называется «В гости к судьям», значит, я у вас в гостях, я так понимаю. Да. А поскольку я в гостях, то у нас не принято ходить в гости с пустыми руками. Я сегодня хочу от своего имени, от имени своих друзей, посвятить Сергея Соседова, почетный шахтер города Димитрово. Встаньте, пожалуйста, Сергей. Вот теперь вылитый шахтер Сергей Соседов. А где включается? Что вы нам споете? «Как жаль». А, «Как жаль» Виктора Резникова. Жаль. Да, да, да. Спасибо. Теперь ты еще будешь как пушка освещать выступление. Как пушка, да, да. Как жаль, что летом не бывает белых-белых вьюг. Как жаль, что осени не встретится с весной. Как жаль, что свет любит тень, я словно ночь, ты словно день. Как жаль, что нет тебя со мной. И если вдруг моя печаль тебя коснется невзначай, о желтых листьях погрусти весной. Как жаль, что счастье не для всех, я словно стон, ты словно смех. Как жаль, что нет тебя со мной. Спасибо вам большое. Прекрасная песня, прекрасное исполнение. Спасибо вам огромное, Владимир. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Прекрасно. Спасибо. Я буду вам аплодировать. Спасибо. Я думаю, что у экранов телевизора тоже. Спасибо. Да. Как тебе классно теперь сделать? Идешь, да? Да. Так, надо теперь все это снять. Как ловко я, однако, все сняла. Хотя и в шахту не опускался, а все снялось само собой. Схоже, шахтареві вдалося неабияк потішити Сергія Соседова. Та чи достатньо цього, аби Сергій взяв Володимира у свою команду? Про це чоловік дізнається лише завтра. А ждати тяжело буде? Звісно, тяжело. В чому спрашуєте? Звісно, тяжело. Я тепер за жодного дня не дождусь, я не знаю. Я сама зайду. Володь, с ума не сходите, завтра встретимся и узнаем результат. Да. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания.